Что-то мои огурцы не очень хорошо растут, здравствуйте. И дожди были вроде. То ли они на солнце. Вот уже я веточки воткнула, чтобы они росли. Ну, что-то с огурцами моими не так. Да, хочу я показать свою картошку. Вот я насмотрелась наших блогеров всяких, как они картошку сажают в мешках. И я вот уже посадила картошку в мешках. Вот такая хорошая ботва у меня. Дожди идут, все поливается. Не знаю, что из этого получится. И вот два мешка у меня стоят с ботвой картофельной. Ну, это наш прекрасный инжир растет, но он не цветет. Он сразу, у него появляются такие головки плодов. Цветов на нем нету, не бывает на инжире цветов. Вот это вот коричневый такой засохший. Это прошлогодний стоит. В общем, ожидаю большой урожай инжира. Сегодня у нас тепло в Краснодаре, погода пасмурная, обещают дождь. Это вот моя картошечка. Сюда хочу сажать помидоры, рассаду, ну что-то не знаю. Погода меня пока немножко смущает. Всем удачного дня!